Всем привет, друзья, быстрее с вами Вадим 2К Хаус, Дима быстрее думает. Да? Нет, я-то быстро думаю. А вот этого возьму. Я, наверное, зря это взял. Кого? Что это? Кажется, еще никто это не... это, короче, нормально, хорошая раса. А я, по-моему, я ее ни разу не видел. Ну, а я раза 4 уже видел. Врага мы уже отправили, Анджаз задрачивает виспов. Лол. А я типа должен за всех фармить? Да. Ну, типа, хотя они почему-то строятся. Да. Они не в курсе то, что должен за всех фармить. Я играю за одну из самых лучших, по моему мнению, рас. Это кентавры. У них, правда, странная баф-аура. Она направлена только на одного юнита, которого вы строить все равно не будете. И, в принципе, это неплохо. Главное, что узнал об этой расе Вадим только недавно, и, кажется, я сейчас потихоньку. Ты протек? К сожалению, у меня лабиринт сделан именно со стороны Димы. Я думал то, что он эти волны начнет отбивать. Да с какого фига? Он не построил ни одного юнита, как и в этой игре, как и в прошлой. Так. Как бы там, ну, мог бы запомнить. Пора сделать выводы, кто здесь про. Не буди его мне. В принципе, у тебя тогда тоже ничего построено не было. Уже пути. Сейчас. Конечно. Готово. Так, ну что, сделаем немножечко отбивания, потому что... Блин, почему я делаю не тот лабиринт, который до этого делал? Почему у тебя нубская раса? Ну, нормальная раса. Да там же этим, ну... Горный король же там герой. Сильный достаточно. Последняя башенка. Я помню. Так, надо здесь еще одного кентоса построить. И микростаны, что тоже очень важно. Ага, знаю я одну расу с микростанами. Играл я за нее. Больше не хочу. О, все равно они идут здесь. Сколько надо построить здесь таврок, чтобы они здесь не шли? Много. Наверное. Читая по инкому, отстаю из этих чертовых башен. О, все, наконец они пошли нормально. То есть вот сейчас у меня лабиринт прям такой идеальненький. Угу. А у меня самое стандартное, что только может быть из стандартного. Ну главное, я ряд не достроил, то есть... Хотя что-то меня нормально тут... Хотя спешил же кентавр, да? Меня? Клокер танчит. Чё-то мне это не нравится. Клокер, дохни! Дохни! Отлично, Клокер сдох, лучниц убежал. Ну, Вася у нас чемпион. Вася играет за непонятную расу. А наш Вася чемпион, У меня есть дварфы, у меня есть странные деревья. Лол, я опять никого не послал. Черт. Да, главное, что тебя никто не послал. Ну все, давай, да, синхронимся на нечетные, а то противники сильные. Хотя в прошлый раз мы их уже выиграли. В общем-то. Но этого никто не видел, никто этого не докажет. Реплей-то есть. Кто не говорит, кто-то уже нету. Нету. Вот в данный момент он еще есть. После конца игры его уже не будет. Какие дела? Ливаем, пацаны. Точнее, нет, не ливаем, а это, короче. Сохраняем. Ну там можно, там этот прийти, ласт реплей сохранить. Ну сейчас мы нормально, им заслали, кстати, скорее всего. О, ну тут человек и мере с тремя этими обелисками. И мере, фокуси теней, две голды за тень. Халява. А че за их за демолишн тим фарм? Что? Демолишн. Ну это вот эти вот дварфы, которые артиллерия. Блин, ты посмотри, какой у него лабиринт увью, вообще нормальный. Крипам, чтобы дойти, надо 500 лет и 3 года путешествовать. Да. Блин, вообще крутой лабиринт для мидера. Но он у него прямой. Это единственный минус. Ну, в смысле, что да, он там очень... Будет еще загнутый. Место еще есть. Сейчас тоже что-нибудь сделано, но не хочется. Ну, Вася, у тебя твой лабиринт настолько нестандартный. Вася, тебе надо, кстати, ледяного голема построить. Строишь ледяного голема, начинаешь отбиваться. Mountain Giant, Snow Golem, окей. Он прям очень сильный. Где-нибудь посередине его построй. Ну, мне до него нужно докопить, а я до него... Как я смотрю, я до него не докапливаю. Ну, значит, ты нуб. Да нифига. Мы сейчас опять втечем. Просто голем принципиально новый. Ну фокусишь ты, Василий-то Петрович.
Кого фокусить? У них дистанция 450, попробуй. Раненых зафокусить. Юнитов в фокусе. Выделил в один контрол 12 башен, другой контрол 12 башен и фокусишь. Окей, снова голем. Снова големы? Снова голем. Что он делает? Меня что он себе позволяет? А, окей, я понял, что он делает. Мне это нравится. Ты чё тут? Один всего лишь. Конечно. До этого было хуже. Во, големы построил. Видишь, он намного сильнее. Во! Блин, ну да, я его построил. Так. Ну фокусишь ты Пуджей уже, Василий, фокуси тех, кто далеко зашел. Да он странный какой-то, он странно бьет. Ты он правой бьет кнопкой нажимаешь, за... он бьет того, кого ты прикажешь ему странно бить. Я не хочу приказывать ему. То есть ты не сторонник, да? Этих... Я за демократию. Ну понятно. Да, а чё, мне получается чисто их только строить, что ли? Да где-то три голема, а потом на Маунтин Кинга копи. Ну я не очень про за эту расу, но я просто помню, что голем принципиально меняет. А чё за айс-шок? А, надо айс-шок еще сделать. Да. Следующие юниты с микростанами, вот который Mountain Giant. Мне это зрители, по крайней мере, писали. Сейчас посмотрим. Зрители по-любому напишут, чтобы больше ты не играл с этим человеком, который сейчас пытается играть. Вася в фокусе Пуджа. О, дошло. Чё-то Вася в не фокусе. Нет, Вася. Вася, ты Вася. Да они слабые, да ну нафиг. Да, давайте. Я терплю, но, по-моему, терпеть не осталось немного. Точнее, нам. Не буди. Да, походу, все бэт. Не, ну там, смотри, волк сейчас сюда. Да, придется, видимо, мне строиться, что ли. Ну, чутка бы было неплохо. В принципе, каждая стратегия хороша, когда все друг друга дополняют. А у нас как-то не очень с этим. Все дела. Так, где мы? А, я у них ищу. Так, Ctrl-T, он 4. Лол, волки позорные. Так, ну чё, тентик строим. Элитный юнит позорный волк, так называется. Нельзя сотворить здесь. Уже в пути. Нельзя сотворить. Кстати, а с микростаном как раз таки. С микростаном голем. Есть, этот же голем, он микростанет. Он типа ему вкачать надо, и он будет микростанить. Я ему вкачал, он микростанет, но. Не, ну он вроде замораживает именно, а если не микростан. Но у него заморозка как микростан идет, что-то того. Давай. А, хотя смотри, лол, у них-то тоже все не так сказать, не сказать, чтобы замечательно. Все, давайте. Дим-то на 21 готов показать чудеса. Да. Готовьтесь к самому быстрому видео по ТТВ, которого только видео. Которое только видели. У нас было видео, где 4 игры за 15 минут было. Не-не-не, ну там-то было. Сначала у вас одного не было вообще, потом двух вообще не было. Один там пытался задефать все линии. Ну все. Послано. Было забавно. Где мои волчары, ну-ка? А где мои волчары? Волчарам плевать, волчары. Они все равно впереди. Настоящий. Ну я тоже застал, так что. Я помню, у Эмери какая-то странная раса, которая очень дикая. Я помню, что у них что-то дикое есть. Непонятно, так, ну, у такой Вива хороший лабиринт, непонятно, как он течет вообще. Ну, у него ты говно. Да он не очень, лабиринт не очень вообще. Понимаешь, тут он идет, смотри, наперекос, по косой, потом идет по прямой, притом идет только со стороны фиолетового. Со стороны оранжевого он идет опять же по косой, по прямой, и все. Да, со стороны оранжевого там вообще нифига нет практически. Но я не рассчитывал, что оранжевый будет протекать, потому что он с самого начала лабиринт отлично построил. Хочу построить гигант. Дайте построить. Да уйдите вы. Кстати, почти дефаю. Я тоже почти дефаю, только слово почти меня бесит. Не, ну кстати, на самом деле мы опять впереди уже. О, лол. Мы давно впереди. Я анжастма настеляю, короче, мобов. У меня проблемы в том, что вышли новые крипы из следующего барака, и они их сразу несколько штук послали. А до Mountain King мне еще далеко.
У тебя сильные юниты, големы, они не этот. Не как? По центру лабиринта. Не. Они не хорош, а у них, понимаешь, у них магическая атака. Они против некоторых очень хороши, а против некоторых вообще бесполезны. У них атака 300, а у дерева 12. Так что их надо в середине лабиринта строить. Там как бы ты, что бы ты с тремя сотнями не сделал, умножил бы ты их на 2, поделил на 2, это все равно лучше, чем 13. Сравнил, у них как бы стоимость другая совсем. Ну так я говорю, что их надо в центр лабиринта, потому что юниты в центре лабиринта в 2 раза дольше отдамажат. Уже в пути. Так вообще можно изменить. Я как обычно строю очень сложный лабиринт. Нужно больше. Отлично, изменил. Вначале, наверное, стоит более дешевых юнитов строить, но что-то я этих строю. Потому что ему подсказывают внутренние получшие часы. Ты как бы очень много големов строишь уже. Уже лишнее. Так по моей голде это самое нормальное. Самый, скажем, даже оптимальный вариант. Бюджетные? Да. Потому что я же не помню. Я вообще как бедный студент. У меня такое ощущение, как будто они уешат, я не знаю. Как будто, ну, они бьют на чуть-чуть вокруг себя. Давайте добейте этого бока. Получите, что там големы едят, я не знаю. Скажите, сколько у вас инкома? Не знаете эти цифры. Не успокойтесь, я не знаю, сколько ты есть. Все мое. Не, ну в принципе тут не все твое. А, ну да, теперь все твое. Ну сколько инкома сейчас? Тоже туда давно не смотрел. У наших 3600 и 1500. У нас меньше разницы. Че, по наги-то не будет, ребят? Нагло вообще игнорит. О, я сейчас протеку, ребят. Вот эту волну я вообще не дефлю. Вообще. Японский крит! Да как же так же? Японский крит, вот это неплохо. Все, ГГ. Или нет? Да лол! Не может быть такой. На 1% на это ГГ. Надо перестроить, так это все взрыв. А это с Димы, что ли, натекло так много? Я вроде нормально отбивался. Нет. Да это с вас обоих. В принципе, Дима-то как раз дефл нормально. Да и Мери здесь самый сильный дефер. И Мери в другой команде. Ну вот я и говорю, он самый сильный. А то, что он в другой команде, это плохо. Пускай с вами Вив поиграет, а я сейчас поинкомлю. Давай, Вася, понажимай на кнопочки. Давайте. Сейчас вам покажу. Но это будет в том же видео, учтите. Так что надо, сейчас наша команда, я должен выиграть. А, ну да, сейчас я, короче, из печального Василиска переключаюсь в радостного Василиска. Сейчас ты нубишь. Да не, сейчас нормально должно быть. Забудь, как играть в эту карту вообще. Забудь, как играть вообще. Ты вообще что такое компьютер-то? Вот сейчас сел и не понимаешь. Вот только сейчас компьютер сел за меня. Башенками ты должен построить цветочек. Я, кстати, лабиринт в виде цветочка один из лучших считается, Вадим. Ну вот давай, строй. Вон строй, как я. У меня вон там проходы вроде как остаются, но юниты какие-то толстеют. Блин, короче, нужен спелл, чтобы крипы твои потолстели на секунду. Да, тут тупо из-за того, что они потолстели, они решили пробить одну из твоих башен. Ну тогда они не проходят, когда они не проходят. Блин, я хочу нормально за кентосов сыграть в видео, показать, какие они сильные, так что я снова, наверное, их возьму. Они, короче, инрейджатся и сходят с ума. Все намного, намного хуже. Так, ладно, я буду строить свой привычный лабиринт, потому что я сейчас на боковой стороне. У нас мало времени. Ну, я тень отправил, чтобы получить. А, лол, я не получил этот ком, черт. А первый никто не получает. Я отправил тень, чтобы получить инком. Я этот тряд здесь оставил. Опс. Ладно, пофиг, сейчас застрою. Хорошо, что я построил одного этого. Если бы я его не построил, по-моему, сейчас было бы весело. Ну я-то отбиваюсь, я-то как обычно про. Да, Вадим, мы в разных командах. А! Понятно, тогда, короче, Вив, короче, ой, это Вася, короче,
продаешь своих юнитов. Инкомишь на эти деньги. Опа. Вот это мне нравится. Я вроде своих нормально, да. А, ну в принципе, учитывая, что справа хоть какой-то лабиринт готов, а у меня не готовы ни. Стоп. Ну у него юнит один голд стоит, ему не очень сложно сделать лабиринт, знаешь. Это ты не скажешь, что сильно дефаешь. Подожди, у Анджасмана эти виспы стоят единичку. Да, но у них и атака один. Я думал, только у урны. А урна не разве один стоит? Ну, вроде да. Вот, кстати, он как раз цветочек и сделал, так что радуйся. Да, все-таки, конечно, прикольно, что Дима ничего не построил, ему проще. Ну, в смысле, у него больше никому будет. Хотя я вроде киляю довольно много. Так не, потом буду строить, так что да, на самом деле, ну, то на то и выходит примерно. В какой-то момент я все равно буду строиться. И в это время буду терять. Не, ну просто если ты уже получишь очень много инкома, прям. Прям очень много, откуда? Проклятые развращаются. Боже мой, Вадим. Нас смотрят дети. Ну так может проклятые развращаются. Ну не хорошо нас смотреть. Дети спать должны в 4 утра. Какой лут, спать пора. Все, извините. Вы, пожалуйста, извините нас. Да, идите. Может какой-нибудь лабиринт потестить? Я не сторонник, я хочу хотя бы нормально доиграть. Не, вообще, знаете, как, когда Дима говорит фразу, нужно что-нибудь потестить, это всегда вызывает приятную дрожь. Дрожь? В делах союзников Димы. Приятно, думаешь? Ой, Вив, ты лол. Ой, я лол. Алло, алло, алло. Поем эту песню. Так, не бьем клокверка, пацаны. Это ты сейчас кому сказал? Дай мне юнитом. Я умею райт-кликать. Волшебство райт-клика. У меня 5 юнитов, благо. Вив, что ты строишь, господи? Да он вообще какие-то дикие темы делает, ну прикольно. Вообще жестокость в жестоком, короче, очень жестоко. Короче, Все уже, короче. Гром гремит, земля трясется, это Вадим посылает из барака юнитов. Я мастер поэзии. Вифа, ты посмотрел где-то этот лабиринт или чё? Или это плод твоей бурной фантазии? Нет, просто сходу сочиняю. По-моему, слишком бурный. Просто он у тебя так сходится прикольно? Сходится. Сходится математический ряд. Однако. Однако, здравствуйте. Однако. Однако. Ну, пора, пора. Это не очень вообще. Не, ну в принципе я понял, что у меня просто призвание такое. Я лучше инком. Ты лучше играешь в другой от нас команде. Да. Я люблю лучше играть в другой от команде. Это всегда придает интриги. Нужно больше золота. Фига, это чел 210 стоит? Да пошел ты нафиг. 210. Нужно больше золота. Ну, если бы он стоил 210 тысяч, это был бы имбой. Построить, что ли, обычный лабиринтус из обычных лахов? Сейчас. Нельзя. Конечно. Так, ну чё, пробуйте вот это отбить. Готово. Готово. Уже в пути. Так, а теперь мне нужно вспомнить, как я делал свой лабиринт. Я не помню, как я его делал, потому что сейчас буду делать полнейшую фигню. Да лол, у меня не забит жена. Просто лицом об клавиатуру это называется. Вадим, это не стандартный варик, что ты делаешь? Для меня не стандарт это строить юнитов. Ауч. Небу
обиженные юниты услышали твою фразу, обиделись еще сильнее. Сейчас. Ты че, юнит обиженный, что ли? Уже в пути. Готово. Сейчас. Готово. Лайтамор Кенна. Готово. Так, желтый там как? Лайтамор Кенна. Вроде пока все в порядке. Так, у меня дракон ни в кого не превращается. Мне не нравится раса, у которых первый юнит ни в кого не превращается. Это ужасно. Не, ну серьезно. Не хватает золота. Ай-яй. Это мысли течем? Нет, сейчас у нас было. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота. Постройка завершена. А, это этот лох с аурой? Нет. Ты мне не нужен. А, он рейнджером дает, отлично. О. Постройка завершена. Ты сейчас за кентавров опять играешь? Да. Ну да, но у тебя, короче, по идее, вот эти вот ребята все, они, у них тип атаки ближний, а те вот, у кого тип атаки... Стоп, у него тоже типа атаки ближний. Не, он там так написано, аура просто для спредшутеров. Блин, тут такой, кстати, фигни очень много. Я вообще, как этим пользоваться? Готово. Готово. Сейчас. Готово. Конечно. Готово. Лайтамор Кенна. Так, а здесь пробел? А, не, нет, пробел. Отлично. Постройка завершена. Дима меня уже сделал в плане инкома. Ну чё, спредшутером этим ты моим? Потому что я строился, а ты нет. Я думаю, ты меня сделал в инкоме? Ну да. Теперь, ну потому что сейчас я начал строиться. А нет, здесь всё-таки есть пробел. Отстой. Ничего себе там. Меня будить. Сейчас. Конечно. О, второй брак. Фига себе, там нормально кто-то. Ну да. О, три юнита из второго барака будут. Там у меня не прошли. Ничего нет. Ну ты не один. Да не, ну вроде меня не так все плохо, но я сейчас нормально построюсь. Когда начинать? Нужно больше золота. Блин, не знаю, слабых кентосов не хочется строить. Но у вроде второго барака еще нет, что ли, ни у кого? Нет. Постройка завершена. У нас мало времени. Уже в пути. Готово. Нельзя сотворить. Лайтамор Кенна. Нельзя сотворить. Уже в пути. Готово. Сейчас. Лайтамор Кенна. Готово. Готово. Когда начинать? Уже в пути. Конечно. Готово. Уже в пути. Готово. Сейчас. Готово. Лайтамор Кенна. Так себе пора отбивать, готово. Решил я. Пути. Готово. Нельзя сотворить. Лайтамор Кенна. Уже в пути. Сейчас. Готово. О, нормально, готово. Короче. Постройка завершена. Постройка завершена. Шрайн. Шрайн. Я, кстати, загрейдил барак наконец. Сам? Да. Да, все равно же это. Слушайте, а раса драконов прикольная. У них типа каждый юнит может... А, или это не каждый? Не каждый. Если бы каждый юнит мог... Не-не, походу каждый, потому что
ни одного из юнитов даже пассивка никакая не появилась после того, как их лучше. Уже в пути. Сейчас. Так, это кто там течет? Первый питлорд пошел. Фига себе, дикарь. Питлорды всякие. Вообще мажоры, короче. Вот эти драконы умные, они знают, кого фокусить. У меня питлорд только один прошел. Так, вот эти чуваки должны по питлорду бить, потому что у них сидж дэмэдж. И вот один еще замедлятель. О, отлично. У меня будет ударная группа антипитлорд. Ничего, у меня уже покруче питлорды пошли, ребята. Ой, Мери, ой-ой-ой. Так, это Ctrl 5 точнее будет, а это Ctrl 3, а это Ctrl 4. Так, построю, пожалуй, построю. Лорд сдох, наконец. Сдох, я сказал. Воу. Уть. Лол, 240 хп. Не хватает золота. Так, Вив, ничего сейчас строится или это, или ты отбиваешься нормально? Да, вроде нормально. Ну тогда не буду. Тогда напосылаю сейчас. Вдоволь. Вдоволь напосылаю. Так я возьму и пошлю. Постройка завершена. Пойду посплю. О, до 5 голды. Почему когда Пуарда один-два кавалера? Чё тётка нарочит? Чего у меня? Почему тётка рочит, когда её посылаешь? Ну, блин, какой тётке понравится, когда ты её посылаешь? Ну, блин, не рочать же. Какой-то, кстати, может и понравится. Разные бывают женщины, да. Да-да. Страстных. Кто пожёстче любит, да? Чё-то я нифига не дефуюсь. Чё-то я вообще нормально дефуюсь. Дима, как всегда, все держит на контроле. На контроле? Всё, сейчас надо... наинкомил, сейчас надо строиться. Хотя Вив-то дефует, чё строится? Райдеры две тени. Вив! Уф. В атаке с воздуха. Тени, я думал, у вас тут с первым бараком еще сидит. Не хватает золота. А, ну да. Я еще норм, даже второй поворот не проходит у меня. Фига, а что у тебя за? Ну, я просто эти мечи построил. Тебя кунка. Кто? Кунка. Сам ты такой. Это же герой из Доты. Где-то. Помнишь, который на отжиге в шляпу Тима? Ага, типа пират? Да. Я вообще думал, что это Гангпланк, но после того, как он... Ну да. Сходил в туалет в шапку Тима, я понял, что это не Гангпланк. Ой, кто-то течет. А это ж мы, не? Чё? У нас всё вообще по плану. 14 жизней у нас. Да это не у нас, это... Это у Вива. Нашёл отмазу. Так, ударная группа антипитлорд. Блин, черт, поздно. Так, ну можешь хоть чуть-чуть построиться, что ли? Ну, может, да, может, пора, блин, а то, видишь. Сейчас эти будут дредлорды. Сейчас совсем фуловые. Сейчас дредлорды просто пойдут. Ну, он у нас проходит, что за фигня? Постройка завершена. Вы почему такой короткий лабиринт справа? Когда начинать? Ну понимаешь? Ты не понимаю. Знаешь, плохо. Нужно больше золота.
Меня будить? У нас мало времени. Это вон и последний чуваков, ну, дестройеров дефы. Кинг Праудмор, ничего так. Уже в пути. Конечно. Готово. Сейчас. Так, а здесь конечно. У меня будет небольшой креативчик. Сейчас. Ой, обычно мне это начало. Обычно креативчики у меня заканчиваются взрывом. Так эти юниты вообще нифига не дефут. Постройте первый. Блин, значит этим строить. Раз такая фигня. Постройка завершена. Недостаточно золота. Я понял, кем вас пробивать. Уверен. Постройка завершена. Исследование завершено. Так, сейчас с этим мунком. Сейчас получше. Такая вещь появится, что? Че, мы течем? А, это. Там мы вообще. Ну, мы вообще как-то. Так, ну сейчас я чуть пошлю, а потом еще буду стрелять. Не, ну я по идее минус 80% фармора сделал, основу моей расы. Что-то это не очень помогает. Зато у меня башня за 20 тысяч помогает. Игнорирующая броню. Что такое? Это мы все? Да мы все, конечно. Лол. Постройка завершена. Точнее, вы все. Постройка завершена. Постройка завершена. Не хватает. Блин, что дредлорд? Фу, блин. Что дредлорд-то? Не хватает. Дредлорд. Ужас. Не хватает золота. Постройка. О! Пошло дело! Вадим. Че? Пора. Пора, брат, пора. Туда, где за тучи белеет гора. У нас мало времени. Блин, я боюсь свой креатив немного. Не, слушай, у меня, кстати, неплохой креатив получился. Это очень длинный, очень длинный. Длинный креатив. Дима его длинный креатив. Длинный креатив. Да, именно креатив. А не то. Ох уж эти шутки школьников, Вася. Скалу шутки, блин. Нет. Не буди его мне. Скаля шуточки. Кстати, Вадим, ты опять застроил. Где? Сейчас. Не пугай меня. А это ты продал, что ли? Не, я-то подумал, что сейчас. Там это... Взорвалось, что ли? Я бы этот... Да. Я боюсь, что у меня разрыв сердца от этого был бы, если бы я застрелил там нахрен. Давайте сейчас зашлем им и убьем этих всех юнитов, потому что они все равно отбиваются. Ну, давай. На 49-й или на 48-й. Давай на 48-й. На 48-й давай. Я убью. Хорошо. Ох, нам там пришло. Ой, не то, что ли? А, или я убил? О, убил, отлично. Так кого? Так еще рано шел. 48-й. Я. А, лол. А, понятно. Да, кентосы дикие, конечно, вообще. Вот снапшутер, может быть, можно одного там двух оставить для яда. Хотя этот яд на скорпионов-то не действует, а всех остальных и так отбиваешь. Когда начинать взрывать свой лабиринт, спрашивает мой медведь, учитывая тенденции. Так, ну что, давай сейчас пошлем и это. Так нет, еще там откатывается, он там вообще откат. Так в смысле, я это, твоей воспользуюсь. У меня еще, ну блин, там общий откат у всех. Как, да? Ну вот так. Это читерство. Да.
Да, что-то мой креатив не очень. Да здесь на самом деле я не вижу вообще разницы в лабиринтах, учитывая, что они юниты на поворотах не тормозят. Количество поворотов ни на что не влияет, вообще ни на что. Ну тут есть только один параметр. Юниты должны бежать больше площади. Ну, а юниты, как бы ты ни строил, мне кажется, они не сильно отличаются. Потому что юниты на поворотах не тормозят, количество поворотов не это, значит, как бы просто чтобы юниты бегали по твоему лабиринту. Ну ты это можешь сравнить по размерам, например, смотри на свой размер. И на размер Диминого лабиринта. Ты смотришь на размер Димы и на свой, потом на размер Димы и на свой. Зато у меня все юниты атакуют, а у него, когда забежали в начало лабиринта, его, его боясь, когда юниты здесь, мне кажется, что вот этот таверка вряд ли атакуют. Он не видит, ну ста, все равно понятно. То есть Димин лабиринт хорош, вот, например, для черепах, у которых дистанция атаки там... Какая-то вообще не... У меня в основных очень большая дистанция атаки. В основных башен. Есть черепахи, у которых там дистанция атаки 2600, что ли, или 1600? У меня 1400 в основной башне. Ну, хоть не 1400. Правда, 900 у этого. Ну, не, ну я уже дефаю вообще как просто про... Я не пропускал уже очень давно. Не буди его мне, зверя. Так, ну чё, время взорвать свой лабиринт, мне кажется, давненько не было веселых моментов. Может, не надо. Мало времени. Ещё да? Веселый момент, взорвавшийся свой лабиринт. Сейчас. Класс. Готово. Готово. Уже в пути. Готово. Чё, давай написать... Ну, ещё он... Вон он там, конечно, очень откатывается. Постройка завершена. Постройка завершена. Будить. Когда начинать? Получается, яд вообще не нужен, потому что скорпионов он не действует, я так понял. Чё, сейчас я буду... Я на 56-й зашлю. Это уже за слово. Значит, ну я босса отправлю. О, он дорогой, слушай, что это? 60 тысяч. Да. Блин, ты меня по инкому опять обогнал. Короче, в начале лучше не строить. Но с другой стороны, строить в начале, поэтому Вивлолу было легче, то есть от него, от меня не шли. Фиг знает, короче. Получается, надо вначале слать, потом раньше начать строить, вот именно отбиваться всяких клокверков, пауканов и так далее. То, что я вначале строю, типа Вивлолу проще, но зато... А, чё за херня? Чё? Лол, как? Ну, а город... Я ничего не строил. Нет, я просто... Самый прикол в том, что я не строил ничего. Помнишь про обилку 4? Сделать юнитов толще? Это был... Ты думаешь, это была шутка? Не, реально, чё за херня? Вася там читерную обилку себе нашел. Мне кажется, да, там кто-то что-то намудрил, блин. Да, это все я. Че вы думаете? У него не зря же его второй ник Вася Читер 228. Уже в пути. Ваша без 228. Ладно. Сейчас. В те времена такого еще не было. Постройка этого на Уголовного кодекса Российской Федерации в те времена еще не было. Да. Так, блин, у меня барак сам по себе апгрейдился, что за фигня? Вот. Игра сама за тебя решает. Тогда я отправлю вам босс. Да воцарит замороженно. Не хватает золота. Хранят меня мои предки. Да хранят это в смысле, что... Когда предки... Лол, у меня лабиринт вообще просто чемпионский. Так, как они вот так вот идут сюда, а потом сразу сюда, да? Ух ты. У меня вон один из рядов. Реабилитировался. Что у тебя лабиринт рай для наркомана, если честно. Не, все нормально. Вроде я или застроился сейчас, или улучшил что-то. Застроился, либо улучшил. Одно из двух. Выбирай любое. Не, наверное, типа двух ядовитых пацанов надо, может быть. Хотя Кентос слишком сильнее ядовитых пацанов. Слишком ядовитые пацаны. Да.
можно так сказать. Но пока мне до тех мест даже близко не доходит, чтобы понять все-таки, насколько там не опасно. Офигеть. А я лабиринт закончить не могу, потому что мне одной клетки не хватает. Какого черта? Не хватает золота. Не хватает. Да лол, мне ни на одного из боссов денег не хватает. Так, давайте, юниты, бегите, дайте мне денег на босса. Зачем вы всех одновременно слать? Не знаю, так прикольно. Я лучше этого пошлю. Возьми, не пошли. Не хватает золота. Нифига вы там кинули, парня. Пробивай его, Вася. Он не пробиваемый. Видишь, о, Unjustman фокусит. Так нечестно. Репорт его. Надо Undefeatable бить. Бейте Undefeatable. Хотя мы Undefeatable, боюсь, задолбаемся им посылать. А его вообще нельзя убить. Ну да, у него, судя по названию, Undefeatable. Так, что-то я не понял. Я не очень понял свой лабиринт, короче. Мой лабиринт сказал мне, но я его не понял. Лол. Так, подождите, сейчас они идут сюда. Он сказал мне лол, а я ему ответил. У меня лабиринт коробочка. Лабиринт коробочки. Можешь взять его с собой куда захочешь. Чё, я не знаю, тут мне пробить тяжело уже, наверное. Тебя уже взорвали там. Не, ну... Для этого не нужно что-то сильное посылать. В общем-то, я построил вроде все, что у меня было. У меня... Постройка завершена. Че? Лол. А, в этот мы сговорились просто. А у них же аура какая-то одинаковая, небось. Толко договаривались. А у них аура какая-то или что? Что-то да, там есть. Ну, вроде атаку они не уменьшают, себя не ускоряют. Лол, Undefeatable было сложно убить. Да что за херня опять взорвали? Так нет, вот да, даже... Дима, стройся быстрее, не рассуждай. Там мы проиграем. Запрет, ну значит, фиг знает, значит застраиваешься где-то. Ну у тебя башня одна толще. Ну вот это вот толстая башня земли, да у тебя толще. Блин, я в курсе, я это нормально все строю. Ты нормальный пацан, нормально все строишь. Так, давайте на 71 мы отправим. Давай. А если ты живем? Да, тут, блин. И доживем. У меня вообще, они даже до конца даже близко не доходят. Парень бежит, парень бежит, 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 бежит. ГГ. Да лол, ну мой безупречный лабиринт, короче. Это все Вив с его коробками. Ну без да. Атаки. Не затащил вообще. А че у тебя коробки без атаки, тебя это не смущает? У них спел, короче. А, спел? Хилить? Знаешь, у них спел как у Кадоя, короче. А что, когда? Ничего, все. Ну, я думаю, в рамках этого видоса... Я в обеих играх на первом месте, мне пофиг. Войска, войск убито. О, я далеко не на первом месте. Мы с Димой два чемпиона. А откуда у Unjustman столько войск убито, я не понимаю. Он их, короче, смотри, он берет, дублирует их, потом опять убивает. Я не знаю, что он делает, я чувствую, что он своей башней убивал, чтобы набить себе киллстатс. Очень опасно. Не, ну, вывод какой, кентосы очень сильные. Двух скорпов, я думаю, они отдефают. Двух скорпов с фигней они вряд ли отдефают. Но, в принципе, главное, это самих скорпионов убить. У них просто высокая скорость атаки и неплохая атака. И главное, что у них снижение армора на 80%, что замечательно. Все-таки надо... А есть же какой-то мод, наверное, на нескольких билдеров или нет такого мода? Ну, не думаю, что дуал билдера будет справедливым вариантом.
Но было бы интереснее значительно комбинировать именно. Жестче. То есть, например, сразу построить пауков тех и чуваков, которые снижают 0.2 от текущей атаки, а паук, который ваншотает тех, у кого меньше 33% хп. Вообще комбо. А, там же писали, типа, аре надо прописать и рэндом прописать, тогда две расы будут, но они будут случайные. Я помню, в доте еще такой баг был, можно было двух героев брать буквально там, 3 года назад, наверное, такая тема была. Просто прописываешь аре и рэндом, и у тебя два героя. Ну ладно, что, давайте попрощаемся со зрителями, а сами подумаем, как взять две расы. Дима, отлично, да, попрощался. Да. Кто-то сейчас в 2 часа дня там смотрит этот видос. Это совет такой, это совет для тех, кто смотрит ночью вместо того, чтобы спать. Вряд ли такие есть. У меня все зрители живут по расписанию, кроме меня. Твоему, если только. Всем пока. Пока.